Всем огромный-огромный привет! Сегодня мы с мамой будем делать салат «Лисичкина шуба». Этот салат мы будем делать первый раз. Для салата нам понадобится морковь. Морковь мы уже натерли на терке и положили в сковороду. Понадобятся нам еще шампиньоны. Шампиньоны мы нарезали вот такими вот кусочками. Понадобится нам еще майонез. Понадобятся кусочки сельди. Понадобится нам для салата еще картофель и лук. Лук мы уже порезали вот такими кусочками. Сейчас мы будем обжаривать морковь с луком на подсолнечном масле. В сковороду с морковкой мама добавила лук, и сейчас все будет перемешивать. Морковку и лук мама перемешивает на сковороде и обжаривает на подсолнечном масле. А сейчас мама обжаривает шампиньоны с луком на подсолнечном масле. Мама шампиньоны немного посолила, и сейчас все будет перемешивать. Здесь в сковородке у нас обжаривается морковка с луком на подсолнечном масле. Мама все перемешивает. А в этой сковороде обжариваются шампиньоны с луком на подсолнечном масле. Мама сразу жарит на двух сковородках. И морковку, и грибы обжаривает. Мама любит, чтобы у нее все было быстро. Поэтому у нее вот в одной сковороде обжаривается морковка, а в другой грибы. Какой аромат вкусный, как вкусно пахнет. А вот здесь на сковороде обжаривается морковка. Для салата я уже приготовила вазу. Будем делать салат вот в такой хрустальной вазе. Первый слой будет слой картошки. Вообще салат мы планируем сделать многослойный. Вот первый слой натерли картошку. Вот так получилось. Первый слой, слой картошки, мама обмазала майонезом. Вот так вот все хорошо промазала. И сейчас на картошку она
положит кусочки сельди. Сельдь у нас уже порезанная, мы ее купили такими кусочками. И сейчас на этот вот слой картошки она будет выкладывать кусочки сельди. На первый слой картошки, которую мама промазала майонезом, мама положила кусочки сельди. Вот так вот получилось. На кусочки селедки мама выложила обжаренные шампиньоны с луком. Это получился третий слой. На обжаренные шампиньоны с луком мама выложила морковку, обжаренную с луком. И сейчас все будет промазывать майонезом. Морковку, обжаренную с луком, мама вот так обмазала всю майонезом. И сейчас мы будем опять делать еще один слой картошки. Салат у нас будет многослойный. Положили еще один слой картошки и обмазали майонезом. На слой картошки, обмазанной майонезом, мама выложила кусочки сельди. Напоминаю, что это у нас уже второй слой картошки и второй слой сельди. На слой кусочков сельди мама положила грибы, обжаренные с луком. На слой грибов, обжаренных с луком, мама положила морковку, обжаренную с луком, и обмазала все майонезом. Вот такой салат «Лисичкина шуба» у нас сегодня получился.